Здравствуйте, мои дорогие друзья. Я приветствую вас со съемочной площадки «Молодежки 3». Мы сегодня снимали сцену с моим братцем маленьким. Я помогал ему учиться. Точнее, учил просто его. Он еще плохо катается, а я такой весь профессионал, я ему все показал. Меня зовут Глеб, я снимаю сериал «Молодежка». Меня сегодня учил кататься Антипов, самый лучший игрок. Глебан молодец, маленький такой, все делает. Рвение у человека хочет. Когда он первый раз встал, он только падал, а сейчас как-то он катается, что-то выбегает на лед сам. Я хочу на лед, дай шайку. Этот так прекрасно смотрит на тебя, но он в эти моменты очень живой. Интересное очень ощущение все равно, когда как бы пытаешься что-то объяснить молодому поколению, ты сразу как-то так ответственность, что ли, чувствуешь по-другому. Мне нравится хоккей. Я бы хотел стать хоккеистом. Смотрите «Молодежку» на СТС. «Молодежка». Новый сезон. С понедельника по четверг в 20:00.